На территории Каспийска проходит акция «Сделай подарок родной школе», объявленная главой региона Сергеем Меликовым. В ней активно принимают участие представители администрации города. На этот раз эстафету от Гусейна Ункилова принял заместитель главы Каспийска Арсен Шерифов. Он подарил воспитанникам школы номер 6 имени генерала Омарова интерактивную доску для занятий. Как отметило руководство, педагогический состав образовательного учреждения – это очень нужный и полезный подарок для детей. Благодаря ему ученики в разы быстрее и интереснее будут принимать школьную образовательную программу. Хочу сказать, выразить огромную благодарность Арсену Мехтеевичу от всех коллег за такой благородный поступок, такой подарок, который столь необходим в век цифровизации, что вы помогаете детям получать новые знания с новыми технологиями. В свою очередь Арсен Шерифов передал эстафету своему коллеге, заместителю главы Каспийска Руслану Чакаеву.